Почти никто никогда не помнит, что на самом деле вот артист выступает, а звук-то этому артисту делает звукорежиссер. Что-нибудь нормальное, да? Но такого нормального, как вы, я не знаю. Да ты и так нормально ждешь, давай! Играй, не считай минуты. Просто играй свои ноты, не думай о том, почему ты, помни о том, для кого ты, пусть к первым тебе не причислят, с тобой можно будет согреться, ты просто играй свои мысли, ты просто играй свое сердце. И если играешь не с теми, не расставляй им оценок, проигрывай скучные тени, выигрывай каждый оттенок. Ты законсервируй излишек, потом тебе это запишут. Не важно, что кто-то не слышит, важно, что кто-то услышит. Не важно, что кто-то не слышит. Важно, что кто-то пусть долго твой звук запертиво, играя ты сможешь понять. Не страшно, что кто-то сфальшивил, он хоть попытался сыграть. Играй, не считая минуты, просто играй свои ноты. Не думай о том, почему ты. Думай о том, почему ты. Ты просто играй свое сердце, и все. Спасибо, друзья. Вы очень клевые. Если вы врубите все-таки побольше фонариков, вам самим будет красиво. Обернитесь, посмотрите, какая красота. Будет подключать гитару, чтобы паузы не было вот этой. Саня, еще один джек нужен.